Я на карте с игроками. Ну как, совместный, типа, я не знаю, видос, я не знаю даже. Сейчас вы видите в ускоренном видео все. Но скоро это закончится. Кто это был? Так, сейчас. Бежим. И где кто? А вот босс. Ну, блин, тут никого нету. Сейчас я вам покажу. Вот тут вообще никого нету. Кстати, если вы хотите, типа, я не знаю, вот, давайте козу убьем. Она только что телепортировалась. Чего? Ладно. Привет, козел. Коза, блин. Меня атакуют, помогите. Бегаем. Я в камень врезалась только что. А, это не камень, это забор. Надо убежать от них. Короче. Все, что-то они пишут, вот. О. Петик какой-то, Петик. Вижу. Кстати, у меня есть... Я могу купить другого животного, но мне лень. Ой. О, тут кто-то пришел наконец-то. То есть это она так кричит. Ладно, не будем. Блин, у меня только 15-й этот уровень. Ну как? Уй. Смотрите, как я могу. Уй. Ладно, это каждый может. Лошадь. Пон. Она пишет, нам их не победить. А что, если победим? Тут кого-то убивают. Короче. Блин. Да я не буду кушать ничего. Один раз ударил. Капец. Короче, вот подарок. Давайте возьмем. Давай, что там? Угадайте, что там.
Понятно. Давайте откроем сундучок. Нет. Блин. Что у нас сундук? Какая-то фигня, 100 пудов попадется. И что? Не фигня, аксессуар. Понятно. Давайте посмотрим рекламу. Вот. Сейчас. Что тут? Смотрите, мне гиена попалась. Она няшка. Блин, жалко, что всех нельзя. Мне ведь вчера попался животное. Еще просто я взяла. Выходим отсюда. Идем. Так, сейчас. Этого зовут Худ. Тут попался. Что? Понятно. Тут попался гиена. Где эта гиена? Вот. Скажите, милашек. Пум-пум-пум-пум. Мне, в принципе, нравится. Вот такая вот гиена. Давайте я покажу всех животных, которые у меня есть. Это гиена. У меня есть. Ой. Куда я нажал? Помойка. Окей. Да хорошо все. Кстати, мне предлагают играть за вот эту вот штуку. Ой, не штуку. Вот. За вот эту вот штучку нажимаешь и типа за гиену играть. Ну, я уже пробовала. У меня на нее нет аксессуаров вообще, только глаза. На крокодил у меня тоже ничего нет. На тигра есть глаза. А вот орел. О! Что-то орлу выпало. И... А, вот что он теперь может. Где тут? Стоп, подождите. А. Вот это может. Ну, надо мумок. Ладно. Такой орел. Это, кстати, легендарный этот. Он мне выпал. Я, кстати, коплю на орла. Вот этого у меня нет. Вот. Ой. Ну и кто у меня еще есть? На коня у меня нету, только глаза есть. У коня. Ну. На льва у меня есть глаза, вроде бы, и вот такая вот кофточка. На гепарда вообще ничего нет. Такой вот ведмедь. Рысь такая есть у меня. О, лисица, кстати, еще у нее есть вот такая вот как шляпка черная. Еще такие царапины. Я сделала. Кстати, могу ее купить. Так, что тут? Я потом, если... Ну, когда я ее куплю, я... Куплю ей, наверное... Вот это... Нифига себе. Ну, и кто у меня еще есть? Ну, все. Еще горилла и кенгуру. На кенгуру что-то попалось. Глаза. У меня очень много глаз на кенгуру. Вот такие. Такие глаза. Такие вот какие-то черненькие и обычные, на которые у всех есть. Вот. Ну и все.
получается. Маловато. У меня только есть на них эти. Типа, я не знаю, играть. Эти на волка покажу, что у меня есть. Волк. Надежды, кстати, у меня нет. Смотрите. Что можно купить? Ну, я, наверное, хотела бы купить вот такую вот. Либо вот такую вот. Он такой шикарный. Кто я ж вам не показала? Кто у меня есть? Гиена у меня есть. Летучие мышки. Они мне попались. Вот этого у меня нету. Вот. Есть вот такой вот дракончик. Такой вот дракончик. Вот такой. Это, кстати, мистичный. Такой. Такой. Ну, и песик. Трехголовый. Ну, все. Получается, у меня 5 мистических и 2 Дакс каких. Вот этот просто легендарный. Ой, не вот этот, а вот этот легендарный мышки. Вот это вообще у меня нету. Тоже нету тигра. Этот тоже редкий. Ну ладно, поехали. Давайте вот это нажмем. Вот. Да. Рык опасности. Рык спеком. Давайте быстрее. Хоп, и давля вас уже все готово. Начинается история. Про юнона. Вот смотрите, это прям тема мысли. Мисти пока небеспечно. Ты ничего моя. Ты можешь заложить тут. Короче. Давайте придумаем имя. Сава. Логично. Его зовут теперь Сава.
Ну, короче, потом я вам все покажу. Всем пока-пока. Если хотите, пойду на разбор на этот такой мини-мультик или как. Медведь, кто хочет дальше продолжение, пишите.